Привет всем гостям и подписчикам моего канала. Сегодня хотел поделиться таким интересным рецептом. Я его, честно говоря, узнал абсолютно случайно. Один из моих коллег по работе о нем рассказал. Рецепт на самом деле очень просто, ну, до всерачки простой, по-другому не скажешь. Делать его быстро, легко, он вкусный, питательный, и это салат из сала. Итак, друзья, для приготовления нашего салата из сала нам необходимо будет одна луковица небольшая. Такая обалденная закуска. На все случаи жизни, особенно там на охоте, на рыбалке. Да или просто дома, там, если хотите какой-то простой еды. Отварили картошечки, сделали этот салатик, и все, и красота, и больше ничего не надо. Если вы мне скажете, это плохо, вы мой кровный враг на всю жизнь. Теперь порезанную луковицу складываем в емкость. Можно, конечно, еще килечки какой-нибудь купить. Или рыбки соленые, селедочки, картошечки. Ну, это такая очень-очень простая еда. Берем, там, в общем, 1:2. Уксус и воду. Все, вот так вот мы это дело сделали. Теперь нам надо его перемешать. Руки у меня чистые, я их помыл. Вот. Этот лук оставляем мариноваться в холодильнике, ну, минут на 15 минимум. Накроем его пленочкой, поставим в холодильник. Пока наш лук маринуется, мы порежем сало. Теперь купил кусочек сала. Я думаю, где-то так будет достаточно. Этот я оставлю маленький кусочек на потом. Вот этот кусочек. Как в том анекдоте. Что нет, дедушка, это на потом. Кто не знает. Ладно, не буду антисемитские анекдоты рассказывать. Не очень хорошая вещь для Ютуба. Да и вообще жизни. Значит, снимаем шкуру. Ну, я снимаю шкуру, потому что там, в ней содержится 90-95% всего холестерина в сале содержится в шкуре как-то. Поэтому шкуру я снимаю. Ну, если вы. Хотя люблю ее. Если вы любите шкуру, можете не снимать, конечно. Я люблю сало кусочками маленькими. И когда ем, допустим, там, с борщом в прикуску. Сало то тоже режу миленькими кусочками, тоненькими такими люблю, чтобы оно таяло во рту сало. Не так часто его ем, но тем не менее бывает, употребляю сало, иногда его хочется просто. Вот, а иногда, допустим, там чтобы сытнее было, так съесть небольшой кусочек не помешает. Говорил один из моих преподавателей, когда я изучал такой предмет, как биохимия, он говорил, что есть можно все, в принципе, нужно все есть, но в умеренных количествах. Хотите съесть селедочки, съешьте кусочек два селедочки там, а не так, как, допустим, я люблю там съесть целую скумбрию соленую, влупить, а потом ходить отпиваться воды и мучиться. О, как пить хочется, наелся рыбы. Ну, для меня так точно характерно. Объедаться чем-то. Особенно если что-то сильно хочется. Ну, мне в этом плане, конечно же, повезло. Я худощавого телосложения. Я могу есть все, что хочешь, в любых количествах, сколько хочу. Лишь бы печень выдержала. В том числе и жирная, и сладкая. Ну, к сладкому я... неравнодушный, вообще абсолютно равнодушный, может быть, вы обратили внимание, что у меня ни одного выпуска на канале нету про выпечку. Абсолютно. Вот про мясо, пожалуйста, про сало, пожалуйста, про рыбу, пожалуйста. Так, ну все, мы порезали наше сало такими кусочками. Можно меньше кусочками, еще пополам, если кому-то хочется.
мельче, можно и мельче. Мельче, кстати, кусочками было бы лучше, потому что удобнее на вилку набирать маленькие кусочки. Все, я думаю, достаточно. Вот это порезанное сало мы теперь складываем отдельно в емкость. Здесь будет наш салат в будущем. Солить не надо, сало же соленое уже, да? Понятное дело, я думаю, это объяснять не нужно. Можно немножко поперчить это все дело, что я, собственно говоря, и проведу. Все, вот это ставим в холодильничек на 15 минут, минимум мариноваться, можно на дольше. Почему мы ставим мариноваться? Во-первых, мы разбавили уксус, он будет не такой резкий, это раз. Во-вторых, лук промаринуется и уйдет вот этот резкий запах лука, который потом очень сильно чувствуется. Ставим мариноваться, это просто ждет. Через 15 минут возвращаемся к процессу. После того, как мы достали наш лук из холодильника, маринад сливаем. И чистый лук уже без маринада высыпаем в салат. Затем тщательно перемешиваем. И, соответственно, салат уже у нас готовый к употреблению. Это плохо? Плохо? Ответьте, уважаемый доктор. Это реально вкусно. Блин, картошки не хватает.